agora que ele começa a passar de tirar. Чирик удаляется в городе утром. Доброе утро, город. Я желаю всем интересной, позитивной игры. Победы сильнейшей команде. Игрок номер один. Ваша минута. Доброе утро, город. Желаю хорошей всем игры. Позитивной, на самом деле, победы красной команде. Смотрите. Я хочу передать приветы, потому что да, до этого сидел на номерах, которые были поздние, поэтому не передавал, не было возможности. Сейчас хочу передать приветы всем, кто сегодня болеет, кто пишет. Извините, если я вас подвел, как бы что-то не заходит. Вот в этой игре я постараюсь сделать максимум, чтобы не подвести вас и сыграть хорошо. Вот, взял красную карту, смотрите, но меня еще я подумал о том, что, смотрите, эту игру ведет Дженнифер, вот, а когда вела Дженнифер, во всех играх я выигрывал, вот, и когда был красный мураком, когда был черный мураком, поэтому я всегда выигрывал, поэтому это уже какой-то хотя бы плюс тому, что я могу выиграть, и я игру красный, то есть и со мной порадуется еще 6 человек. Все, на самом деле, мне больше сказать нечего, вот, надеюсь, что не будет вот этого горения, не будет этого всего, просто сыграем нормальную игру, тренируем, вот, все будет хорошо, спасибо. Спасибо, и вам, игрок номер два. У меня такой немножко другой посыл. Я лично думал ночью, почему вот когда киевские ребята или из других регионов приезжают сюда, очень сложно вас найти, нам сложно, опять же, между собой мы тогда запутываемся. Хотя отдельно, когда люди, вы отдельно там играете в Киеве, мы здесь играем, я знаю, что у нас очень часто много красных побед. И у вас, я видел, там катаете вы в одну версию, не думаете, но тем не менее вы черных выгоняете. А сейчас берете, ну, мы просто какое-то жесткое завещание не туда. Сыграли где-то по нулю не так, боимся перебуться. До конца игры все равно играем с этим человеком. Как по мне, ну, сейчас нужно собраться, потому что это последняя игра. И после этой игры кто-то уедет домой, кто-то еще пойдет, возможно, немножко выпить. Вот, то есть мне бы было приятно. Цвет первого не готов давать, выставлять не буду, потому что не хочу строма. Игрок номер три. Так, ну я сыграю аккуратно с 1, аккуратно с 2 сыграю. Не хочу расставлять особых акцентов среди 1-2. Как по мне, они оба поговорили хорошо. Вот, а привет, и я не хочу передавать Харькову, точнее хочу, но в первую очередь я передам привет своей маме, я знаю, что она смотрит мои игры, она очень болеет за меня, вот, и потом уже только передаю привет всем харьковским, а я знаю, что они тоже болеют, ждут, ну а чё ждать, я что, все равно не привезу кубок, жаль, конечно, но зато тарелочку маленькую привезу, буду иногда, может, с нее есть, а может и нет, может, хранить что-то буду. Так, ну, позицию я свою сказала, мысли у меня вообще особо ночью... А, нет, была одна мысль о том, что я заметила, что после каждой игры я очень сильно эмоционально, ну, как бы, короче, устаю, и после этого я все равно сажусь за стол, и из последних сил я стараюсь выиграть игру, независимо от того, на какой... Игрок номер 4. Доброе утро, город. Ну, про маму так про маму. У меня мама, на самом деле, посмотрела предыдущий турнир. Она никогда в жизни не смотрела «Мафию». Ту решила посмотреть «Мафию» и сказала, я еще раз побачу, что ты будешь так кричать, а тебе запрещится играть. Мама, мне 21. Она говорит, Дима, ты, пожалуйста, нервные клетки не восстанавливаются. Я представляю, что будет, если она посмотрит этот турнир. Смотрите, сыграю с игроками. Блин, да тупо, третья про маму поговорила. Нужно, наверное, 1-2-3 играть. Я бы играл 1-2 без третьей. Вы думаете, третья красная? Ну, я не знаю, ну да, привет маме, все это красное, то, что было в речи, а все до этого было не красное, вы из Харькова, там делают так, черный привет маме. Да я не знаю, я на самом деле, лично для меня привет маме черный вообще ничего не стоит, что в этом такого, что ты крутой мафиози передаешь привет маме, мамца, ты чего я добился в жизни? Или нет ничего такого, я не понимаю, что люди стесняются. И, короче, давайте 1-2 тогда без вас, я думаю, чтобы крутой мафиози, мама видит, чего вы добились. И у вас три, игрок номер 5. Я думаю, вы красный. Потому что после того, как первый показал, что третья красная, мне кажется, если вы, например, играете с первым игроком, вы когда будете под него подстраиваться, и, наверное, вы не черный. Плюс, давайте так, 3-8 не вместе, потому что я посмотрела на реакцию восьмого игрока. Я думаю, вы черная, игрок номер 8, на самом деле. Между 1-2-3-4 черных мало, но я не стану баланс, потому что вы видите, как я здесь играю, очень красиво, очень достойно. Между 1-2-3-4 мало мало. Где? Давайте по акцентам. Мне в одной игре нормальный красный не стреляли. Вы же заводите. Я же это
говорю, это не точно, но если что-то, да. Я думаю, вы самый красный, потом между 1, 2, 3, первый красный. Думаете, что седьмой черный? 10. И думаю, вы тоже не черный игрок. Просто вы не назвали аргументов, почему она что? Что? Вы думаете, что... Мне так нравятся эти игры на самом-то деле. Я не открою свои позиции. Да вот оно наступило, разыгрались, пацаны, я их подозреваю обоих, 5-7, серьезно, она смотрит непонятно куда, вот сюда вот смотрела, проснулась, это рассказывает 8-я заочно-черная, что за приколы вообще? Короче, значит, хотел сказать эту речь, это речь не на то, чтобы меня как-то там посчитали кем-то, просто хотел это сказать, это первый турнир, когда мне захотелось, чтобы он закончился, несмотря на то, что я прошел в финал. Я хочу, чтобы это закончилось, я, наверное, из Киева выезжать не буду в ближайшее время на эти турниры, потому что играю под сумасшедшим давлением, для меня это вообще невероятно тяжело. У меня было желание что-то выиграть, это 6-й финал турнира мой, вот, я его опять не выиграю, к сожалению. Я думаю, надо тормознуться с выездными турнирами пока что. Передаю привет госпоже Мюри. Мне цена ваша поддержка очень сильна. Любимой команде твоей сестры в полном составе, госпоже Инкогнито, господину Руди, господину Гуцулу и господину Грибоедову. Ну и всем львовским игрокам. Мне с вами очень приятно играть всегда. Играю с игроками 1, 2, 3, 4. Думаю, 5-7 черные. Спасибо. Игрок номер 7. Не, вы меня в этой игре не согласны. Значит, я достала красную. Я думала, вы сразу очень черная. Поэтому я думала, что 5-я красная, думаю, 2-я красная. Нет, все. Вы ни одной игре тут не выиграли. Я вот весь турнир просидела. Вот вообще, хорошо, все, пожалуйста. Я весь турнир просто сидела. И ничего не делала. И за меня выигрывали лидеры. Эту игру я выиграю. Значит, я думаю, 5-й... Так. Все, можно я скажу? Мне тоже, вот она, я проснулась и посмотрела на нее, и я подумала, что она черная пальца. Возможно, она не черная. Просто мне понравилось то, что 5-й игрок это заметил тоже. Поэтому я думаю, что 5-я красная. Подумала, что 2-й красный. Мне очень понравился его посыл. Короче, я не знаю, я на самом деле. Мне не понравилась речь 6-го игрока. То есть я понимаю, что 5-я скорее красная. Я красная. Я не хочу, конечно, топорно играть против 6-го игрока. Мне кажется, он может так и красным сказать. Короче, не нужно никого понимать. 10 секунд. Чего ты хотела такую хорошую речь сказать? Вы на меня закинули и, ну, реально, у меня было... Да не надо вставать, там угорают сидят. Всё, короче, ладно, я прошу шерифа проверить 6-го игрока. Если он красный, то у вас время. Игрок номер 8. Слушайте, давайте не будем играть такие игры. Для того, чтобы, ну, может у кого-то какой-то негативный осадок, условия игрока номер 5 на голосование, может у кого-то есть какой-то негативный осадок по поводу прошлой игры, и это может сыграть не очень хорошо в этой игре, когда игрок красный. Я считаю 5-ю игроком черным. Когда мы сидели, 6-я была черная, вы были двумя игроками красными, я единственное сказала, что 6-й игрок черный. Я думаю, 5-я черная. Сейчас в этой игре 7-я тоже подозрительная. Поэтому я предлагаю пожертвовать своей красной жизнью, даже если 5-8, вдвоем игры такие красные, это нереально, ну, то есть это все равно потрачено. Нам нужно встать сейчас, чтобы потом вы не подозревали какие-то непонятные команды. Пожалуйста. Ну, я попросила, потом меня уже нельзя снимать. Я думаю, 4-й игрок красный. Кстати, первый раз в жизни, наверное, думаю, что он игрок красный. Игрок номер 4, мне кажется. По поводу 3-го игрока, до речи про маму, ну, я не знаю, как это расценивать вообще. Мне показалось, что она вообще, ну, не, вообще не было речи по поводу игроков 1-2 на РБ. Игрок номер 9. Знаете, если я заметил, вот на отборочных какие-то полуфинале были игры какие-то, люди думали о чем-то, анализировали, как-то все оно было. Здесь одни эмоции, просто эмоции. У меня за все игры не было ни разу, что стало 2 человека. У нас здесь каждый хочет с кем-то встать. Начинается, я встаю с этим, баланс вот с этим. Может, мы успокоимся все-таки? 3 красные игры проиграны, может, хотя бы одна выиграется? По игрокам. По игрокам, по игрокам. Я посчитал 1-го красным и 2-го. Ну, просто по речам. Пока что так, 5-7. Я очень не люблю, когда делают заочные цвета 8. Почему у нас 8 черные? Но то, что типа все сразу, о, 5-7 вместе черные, мне тоже не нравится. Такое впечатление, как будто их сливают. 6-го разрушения мне понравились. 10. Проверьте. Проверьте. 6-го размышления мне понравились, то что типа вы не думаете то же самое, енот. Но вы на речи 8 сказали, типа, что 5 не проверяется. До этого говорили 5 и 7 подозрительные. И у вас время. Игрок номер 10. Ну, я не хочу никого пилить. Тем не менее, 5 мне тоже не очень сильно понравилось. Но я думаю, что здесь не все так просто. И мы снова ошибаемся, понимаете? Мы пришли к тому. Я думаю, там есть один какой-то черный, да. 5-я мне не нравится больше. И не важно, что 7-я называют 5-й красный. Нет, я не хочу никого выставлять. Упасите Господь. Вот, я посчитала отдельно игроков 1, 2, 3, 6 красными. Нет, я не буду никого пилить, успокойтесь. Вы черная, я не понимаю. Я вас считаю скорее красным игроком.
Я просто думаю, не может быть здесь вот так просто. Вот мы нашли 5-7 вместе черные и все. Нет. Есть какие-то замазанные, есть какие-то надо сидеть, думать и все. А вдруг мы ошибаемся? Ты думаешь, уверенно 5-7-9 только черных, все, нашли изи, можем вставать и уйти. Хорошо, 5-7 вместе черные уходят. 10 секунд. Игрок номер 3, вы не очень сильно благодарны. Я вас посчитала красной за вашу реакцию на 4-го игрока, где вы сказали... Так я его подозреваю. И у вас время. Команда вообще ужасненькая. Не. Был выставлен только один игрок, поэтому в городе ночь. Смотрите, я думаю, что скорее красные игроки, это игроки 1-6-8. Думаю, это игроки скорее красные. Ну, я не знаю, я на самом деле в каких-то своих цветах не уверен, но я заговорил там в зале. Я подозреваю 5-го игрока, я бы голоснул 5-го игрока, подозреваю 7-го игрока. Что это за выпрыгну стол, я не шериф, проверьте 7, вам это сильно надо. Вы думаете, что вас красные с двух сторон дадут? Ну вот вы прям вот пройдет, пойдет дон, вас проверить, и вы будете красные. Проверку просите, чтобы цвет какой-то узнать непонятный. Второй игрок... Показал мне красный 1-3-9, шестой сыграл 1-2-3-4, то есть вас конкретно я смутил, да, в позиции шестого игрока, я понял. Вот такая ситуация получается. Скорее красный, наверное, 1-6-8, лучший ход, наверное, давайте пускай будет. Блин, третья мне так не понравилась, она про маму это поговорила и это сбила. А бог с ним, короче, давайте пускай лучший ход будет 5-7. Ага, улыбаетесь, так, третья. 5-7. 3-5-7, все, спасибо. Аплодисменты уходящему игроку. Спасибо вам за игру. Этот день начинает игрок номер 2. Выставляю 7 на голосование. Вот. Принято 7. Мне было очень странно ваша речь, игрок под номером 7, потому что вы почему-то сразу же так начали кипишевать после речи 6-го игрока. Для меня я показал чуть-чуть третье для четвертого, потому что я подумал, что адекватная будет проверочка в третьего игрока, плюс-минус, чтобы потом разобраться, если действительно здесь все красные игроки с цветом енота. Если вы красный игрок, я знаю, что я красный. Опять же, если третья красная, то тогда у меня четвертый стреляется, я думаю, что енот тогда красный. Вот, ну я как-то так подумал. На данный момент... Кто между игроками 5-8, я не знаю, но мне просто, я не хочу разбирать между 5-8, я хочу просто снять седьмую, потому что я думаю, седьмая маф. В паре между 9-10 мне лично больше понравился девятый игрок, даже вне его речи, вот то, о чем он поговорил, мне больше понравился девятый, нежели десятый. И у вас время, игрок номер 3. Выставляю 5, выставляю 7, выставляю 10. Мне не нравятся игроки 5, 7, 10. Это те три игрока, которые мне на данный круг не нравятся. Если вы хотите пилить, все-таки вы показали, что вы хотите пилить, я предложила вам альтернативу. Не 9 игрока, а, допустим, 10. Я свой цвет знаю, правильно, игроки 1, 6 скорее красные, 2 никто не подозревает, можно проверить 9. Если вы хотите проверить меня, давайте проверим меня. Я думаю, что 9 скорее игрок красный. Вот, если нет, то, короче, хз. А среди 7-8 мне 8 покраснее гораздо, среди 5-6 6 краснее. Что это вообще, при чем здесь закидон на 8 игрока, вообще не понимаю, для чего это нужно было делать. Вот, ну посмотрим, шерифы вскроются. Вы шериф?
Пять черных. А вы же баланс здесь установили. Ну ладно, хорошо, вы скажете, я послушаю. Спасибо, и вам игрок номер 5. Вот давайте я объясню. Значит, я сказала те мысли, которые я сказала. Я должна себя держать. Значит, если я игрок черный, не буду закидывать, потому что точно уйду в баланс. Или вы думаете, что что? Вы думаете, точно черная? Так седьмая может быть черная? Пятая, ко мне, типа, я тоже думаю, восьмая маф. Что, шестой черный? Просто вы не ручаетесь с первым игроком. Первый говорит, мы не будем пилить при троих, мы не будем поднимать при десяти. Игрок номер три, вы не обращаете внимания на то, что первый показывает. Я думаю, первый красный, второй красный. У вас все очень просто, 5, 7, 10. Вы нашли, вот мы здесь, прямо здесь. Вставляю 6 на голосование. Вы сказали 5, 7, 6. Не 8, а вы шериф. Хорошо, выставляю 8 на голосование. Первый красный, я красная, второй красный. Между 9 и 10 вы показывали, 9 нужно проверить. 10. У вас была потенциальная команда 5, 7, 9. Но, короче, я бы третью проверила. Вот вы говорите, у вас в третьей очень все просто. И у вас время. Круг номер 6. Ну, я сейчас начну показывать фокусы. Я весь финал терпел. Походу, настал момент. Когда будет сыграна игра, которую не стыдно показать маме, правильно? Без криков, без ничего. Я шериф. Я хочу запаковать определенного игрока. У кого-то есть возражение? Выставляю игрока номер 5. 8 рук игрока номер 5. Я делаю проверку. Не голосование, не деление. Я делаю проверку. Кого проверил? Какое это имеет значение? Против меня никто не вскрывается. Забираем игрока номер 5 с игрового стола. И ищем дальше черных игроков. У меня есть мысли, кого мы снимем после игрока номер 5. 2, 5, 7. 5, 7, 9. Что такое? Заберем пятого. Можете говорить речи, кого вы подозреваете, но руку в 5, пожалуйста. И у вас 3, игрок номер 7. А можно 5, 7, 8, чтобы он меня не тратил? А, 8 не надо, если у вас вы хотите покупать. Поплите меня сейчас с 5. Третьи игроков 5, 7. И не знаю, я 9 не подозреваю. Мне кажется, 5, 7, 10 можно, или 3, 5, 7. Так он говорит, что 5 черное. Если, возможно, я ошиблась. Значит, возможно, я ошиблась, 6 говорит, что 5 черное. Он же меня не будет поднимать с 8 игроком. Если он думает, что 5 черное, значит, он думает, что 8 красное, значит, он меня с 8 точно поднимать не будет. Просто вы, понимаете, либо вы на следующий круг мне заголосуете, либо вы мне проверку какую-то дурацкую отправите. Поэтому лучше, если вы думаете, что 5 черный. Я уже понимаю, что если вы... Без деления все в 5. Хорошо. Первый круг. Мое размышление. Мне очень нравится третий игрок. Мне кажется, что первый выше красный. Мне кажется, чумак должен быть между 2 и 3, потому что я 9 не подозревала. Если вы очень подозреваете 5 игрока, то 8 скорее красный игрок. 10 секунд. Не знаю, как-то на речи 10 мне тоже не показалось, что она черная, поэтому, вот я просто скажу, вот мне, как для меня, нужна очень сильная проверка между 2-3. Я не поняла, почему у второго это очень черная. Мне очень нравится, как ведет себя третий игрок. У вас время? Да, группа номер 8. Послушайте, есть такая логика у меня, простая. Я иду от света всегда, почти всегда, только одного игрока. Я нашла кого-то себе, и все. И такое очень бывает часто. Поэтому я так играю, простите, если я ошибаюсь, или я куда-то не туда. Но мне кажется, что 5-7 там должен быть черный игрок. Седьмая на этой речи уже непонятно. Мантит говорит, поднимите меня с пятым игроком. Я предлагала попил, сразу, когда только убился четвертый игрок, 5-7-8 поднять. То есть я, в принципе, считаю нормальным подъем 5-7-8, если вы не хотите, можете не поднимать. Я еще на тот момент говорю, давайте поговорю с пятым игроком, поднимите, не поднимите. Я вам предлагаю упрощать игру. Сейчас вы говорите всеми руками, 8 руками запакуем игрока номер 5. Я вам предлагаю упрощать игру, они сидят, не хотят. Как хотите, так и делайте. Выставляю 5, выставляю 7. На голосование. На прошлой речи мне не очень понравилось. На прошлой речи мне не очень понравилась речь игрока номер 3, но когда 10-я говорила, третья смотрит на 10-ю и пробует как будто найти в ней динамику. Она показана, что 6-й будет стреляться. Поэтому может по этому моменту я посчитал, что третья может быть игроком красным. Проверка не падает. Думаю, делаем больше красного. Ничему он же не учит. Вы опять хотите пилить, опять хотите троих поднимать. Если вам шрифт скрывается, говорит, что 5 пакуем всеми руками. Какие могут быть еще вопросы, я не понимаю. Проверка между 3 актуальна, но мне тут понятно, первый игрок, первый говорит, 6 черный. Я спрашиваю, почему 6 черный? Он говорит, потому что 5, говорит. А ваши какие-то мысли? Если 6 скрывается шрифом, говорит, 5 пакуем. То есть, почему у вас 6 черный? Вы говорите, 6 черный, я говорю, почему? Он говорит, 5 сказала. Он так сказал, мне это странно. Вы, которые говорит, меня подозреваете, за что подозревать, непонятно. Между 2 и 3, я считаю, 3 будет почернее. 7 черная, вы думаете?
ситуация. Но вы это говорили на прошлый круг, когда я бы это сказал, что может быть это не так, вы попросили меня проверку. Ну, в принципе, против вас я могу говорить, да, вы шериф. 10. Спасибо. Спасибо, Иван. Группа номер 10. Так я вообще не поняла, что вы сказали. Я вообще вас не поняла. Я думаю, не знаю, я думаю, опять подозрительно максимально, блин. Но мне кажется, что мы сейчас снова упремся в какой-то тупик. Мы снова проиграем, мы снова будем психовать, и мне это никак не дает покоя. Что вам нравится вам, игрок номер 3? Я сыграла по вашей позиции, я сыграла с вами. С вами, по-моему, вообще почти никто не сыграл. И сказала, мне понравились ваши реакции на четвертого игрока. Какие претензии? У вас девятый красный? С такими речами. Ну так давайте проверим. Я, кстати, второго больше подозреваю. Короче, я не... Превосходно, превосходно. Ну, я проголосую в 5, дальше посмотрим. Спасибо. Спасибо, Иван. Группа номер 1. Это магия чисел. Код домофона просто показала. Вы поняли, да? Смотрите, господин Генов, смотрите, мне свелся еще один шериф. Кстати, с красной проверкой, смотрите, мы сейчас сыграем по вашему мнению, без проблем, за 85-го игрока. Потом мне свелся шериф, говорю, еще с одной проверкой. Ну, что это еще чего, да? Смотрите, хорошо. Значит, я покажу вам, кого не проверять. Вот. Кто мне вскрылся. Вот, хочу передать еще всем привет. Пошла говорить. Говорить нечего, понимаете? А что мне говорить? Мне скрылось два шерифа. Ну, один скрылся мне шерифом, и что скрылся? Все, значит, мне доверились, понимаете? Если я черный, я уже победил. Победю, побегу, что угодно сделаю. Вы хотите, да, меня, да, проверить? Проверить. А что не меня? Давайте меня проверим. Проверьте меня. Вдруг этот черный игрок не вскрылся, а я весь этим черный. 10. Что? Я ничего не понял. Моему шерифу сказать, что проверил 3, да? Мой шериф слышал? Не слышал. Может, и слышал, может, нет. Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Я прошу убрать руки ловко со стола, прекратить всяческую жестикуляцию. За жестикуляцию будете получать фол. На голосовании игроки 7, 5, 6. 7, 5, 6. 7. Кто против игрока номер 7? Спасибо. 1 голос. 5. Кто против игрока номер 5? Спасибо. 7 голосов. Поставьте руку, кто не голосовал. Нет, игрок номер 5, последний. Знаете, Стим, вы меня сняли, наверное, за то, что я показала, что восьмой игрок черный. Но вот вы, если шериф, делаете так. Я вот говорю, например, у вас седьмая должна быть чернее, нежели я. То, что она сказала, пятая, уверенно, красная, делайте, чтобы что. И что сказала, что я не проголосую седьмого игрока. Или еще, вы, например, если шериф, вы снимаете свое право на проверку. Но я думаю, что вы не шериф, что? Почему я выставила сил? Так по его версии, я игрок красный. Если он шериф, у него седьмая точно маф. Я снимаю седьмого, а потом сниму с другой команды. Или вы не понимаете этого? Я себя должна положить? Или шестого должна поставить руку? Короче, проверяется игрок номер 3. Если проверяется игрок номер 3, я не считаю шестого шерифа. Потому что в той версии игры первый тоже игрок красный. Вы все его назвали игроком красным. Он просто промолчит, шестой застрелится и все. Будет доезжать, доедет парень. Все, ну типа, я просто на вас закину. Вы думаете, что-то не так? Ну я просто, и я игрок красный. Он меня снял. Зачем вы снимаете потом того или его, или чем на проверку? Уходящему игроку. Спасибо вам за игру. В городе ночи. В городе ночи здесь как тихо, мирно, только коварная мафия поднимает свои пистолеты и проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9. Номер 10. Не спит Дон. Дон удаляется. Не спит шериф. Утро недоброе, для вас игрок номер 7 последний. Что за прикол? Кто шериф второй?
Кто вам скрылся? А кто вам скрылся, скажите? Короче, хорошо, я стрельну. Такая прелесть, реально. Обожаю такие игры. Я не знаю. Кого вы проверили? Просто скажите и все. Не хотите? Все, больше никто не скрывается. Ты все, значит, голосуйте, как идти. Не знаю, мне почему-то последний момент показалось, что пятая больше красная, то есть... Не знаю, мне не вам так кажется, все. Боже, элегант в шестом круге, все. Мне повезло, я нос шерифа, и меня стрельнули. Вообще, по-моему, замечательная ситуация, да? 10. Смотри, как повезло. Все, просто выиграйте. Просто выиграйте, просто выиграйте. Вы же сможете это сделать, правильно? Я и у вас. Аплодисменты следующему игроку. Спасибо вам за игру. Этот день начинает игрок номер 3. А, так, игрок под номером 6. Скажите... А, все, никто не вскрывается, да? Есть, все, отлично. Если никто не вскрывается, кого мне выставлять тогда, покажите. А вы выставите, мне можно просто речь сказать. Класс, отлично. Меня пока что все устраивает. Если исходя из той информации, которая у нас... Я думала, седьмая очень черная. Почему вообще пятая проголосовала в седьмого игрока? Мне было непонятно. Я думаю из этого, что пятая черная... Это точно, скорее всего, 7-8 не вместе мафы были на тот момент. Кто среди 9-10-1-2? Не знаю, игрок под номером 2 мне показалось очень странно, почему вы показали проверку на третьего. Я-то не против, я-то игрок красный, мне бояться нечего. Но вот почему вы показали проверку на третьего, когда десятая сказала, что среди 1-2-3 второй ей не понравился, и я непонятно, почему на нее атакую. Она сказала, что нужна проверка второго игрока. Или третьего, неважно. Но она вас подозревала, и после этого вы показываете проверку не десятого, а меня. Причем здесь я вообще? Ну, типа, из этого я могу сделать вывод, что среди 9, 10, 1, 2, десятая может быть... Мя, игрок номер 6. Добавим в наше голосование немного демократичности. Ну, чуть-чуть, знаете, как в развитых странах. Кто, вы думаете, черный игрок сейчас? Кого бы вы проголосовали? Давайте, покажите, у меня мало времени, я же выставить должен. Давайте, быстренько. Вы думаете, 8-9 не вместе, третью снять, да? Вы думаете? Думаете? Третью снять. Вы думаете? Второго снять. Вы думаете? Не думаете? Вы думаете? Первого снять. Второго. Заставляю один. Первый проверенный черный. Вот. Снимаем игрока номер один. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 8. Выставляю один. Выставляю. Ну что же получается? Вообще, отстрел седьмого игрока – это какой-то трэш. Какой человек вообще может отстрелить седьмого? Это что-то нереальное. Но 1-2 получается не вместе. Черный. Получается, пятая точно черная. Потому что не получается вообще по-другому. 1-2 не вместе игроки черный. Второй показывал проверку 1, а первый показывал, я проверюсь, второй игрок уйдет, значит 1-2 не вместе черный. Третий игрок, скорее всего, не с первым. Игроком надо писать проверку игрока номер 1. Значит, третий должно быть красный. Значит, первый черный, пятый черный, между 9 и 10, последний игрок черный. Только так получается. По-другому никак. А можно еще предыдущую проверку? Просто нельзя. Слушайте, это самая странная игра, которую я играю за последние много всего в моей жизни, но это... Выставляй один тогда, все, тогда первый голос. Это значит, теперь второй красный. Нужно, значит, если у вас есть красная проверка, то проверьте кого-то красного. Слышите меня? Игрок номер 6. И у вас можно... время. Игрок номер 9. Выставляю один. Выставляю. Я вас уже видел, вы говорите, кого проверили? Вы шериф шестой красный. Шестой он показывает. Ну я, говорит, проснулся, показал один, мне показали 9. Да, да, я шериф, я вскрылся, еще провел шестого, потому что он говорил 5-7, я говорю, это очень странно, что подождите 5-7, он показывает проверку на 9. Что? Я проверил шестого красного, потом провел первого красного, потому что я объяснил. Мне актуальна проверка между 2-3, где 3 почернее будет. Да, я проверил первого, Сейчас! Черным, я же ему вскрылся! Че, какие красные, о чем мы? Я сказал, кто, например, между 2-3, где ты почернее, сказал, но когда первый говорит, что 2-5-7, команда черных, я говорю, это бред какой-то, не проверил первого, все. Скрылся ему. Ну, вот и все. 10. Что, проверить 10? Окей. Хотя он говорит, уходит 3. То есть, поэтому, может быть, мы заиграли 2. Между 2-10, все равно, какая проверка?
Да, спасибо. И у вас время, игрок номер 10. Так вы сказали, что вы не шериф. Вас же спросили прямым текстом 4 раза. Вы вскрылись 6, а он сказал, что вы проверенный черный. Превосходно, превосходно. Короче, я не знаю, я не готова рассматривать такую сложную версию. Ты думаешь, что 9 точно шериф? Я просто думаю, что 8 точно красный. Вот что. О, блин. А вы проверили кого? 6-1? Ну, 7, да, конечно. Окей, хорошо. 1, 5 и кто? И 2. Получается. Которые оба хотят третью изгонять, правильно? Что 2 говорит? 9 шериф? 10 секунд. Ладно, спасибо. Игрок номер 1. Стреляю 9, смотрите, вызову сторону руку красную, правильно получается? Принято 9. Помашите в камеру, люди посмотрят. Ну, мне очень обидно, что вы думаете, что 9-й шериф. Ну, реально, очень обидно. Потому что я вам скрылся, что вы провели красный, предъявите это, да? После этого показал провели 2, провел 2-го красным. И вы думаете, что я игрок черный, да? И вы не умерли. Не умер, не шериф, не умер. Умер 7. Четвертый номер 6. Соберитесь и выиграйте игру просто красными игроками. Представляете, 9. Вы на легкий показали, проверяйте 9. Он пошел, проверил 6. Вы говорите, хорошо, голосуйте другого кого-то. Кого? Скажите, кого выставить, я выставлю. Игрок номер... Кого? Да я не знаю, я просто вас проверил. Я играл просто под вас. Проверил вас красным, играл просто от ваших цветов. Что непонятно, это тяжело. Я проверил вас только для того, что если я вдруг умру в первую ночь, оставлю вас проверенным красным, вы будете просто руководить столом. Это трудно понять или что? Я в шоке просто. Выставляю, что? Кто вместе с девятым? Да я понятия не имею. У меня 6-2 проверенные красные. Значит, руководите столом, голосуйте, давайте, ищите мафов. Сидите, делайте что-то полезное в этой игре. Игрок номер 6. Три раза лети красным просто. Я ты ее. Мя. Игрок номер 2. Выставляю 3 на голосование. Вот. Принято 3. На предыдущем круге, объясняю, третья сказала, что она практически уверена, что пятая ушла черным игроком. Я знаю, что я красный игрок, 6-й красный игрок. Объясняю, теоретически, если, допустим, 5-я черный игрок, 8-я не с ней, потому что 5-я забрасывает на 8-го, 8-я отвечает. 9-го она назвала красным. Но 9-го, так где атака в 10-м? Где атака? Она на тот момент должна была атаковать 10-го игрока. Вот, то есть, мне кажется, куда вы хотите голосовать? Ну, я с вами руку поставлю, но я бы проголосовал бы в 3-го. Пас. Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Начинали. Мы переходим к голосованию. Я прошу убрать руки локти со стола и прекратить жестикуляцию. На голосовании игроки 1, 9, 3. 1, 9, 3. 1. Кто против игрока номер 1? Спасибо. 1 голос. 9. Кто против игрока номер 9? Спасибо. Нет голосов. Поставьте руки против игрока номер 3. Игрок номер 3 прощальный. А кто? Черный? 8, 9, 10? Просто позор. Просто позор. Десятую. Боже, это жесть, короче. Это ГГВП, мне кажется. Просто ГГ. А чё меня вообще? За что? За что меня? Я не понимаю просто. Я вам сказала, я сказала 10-я чёрная, потому что у неё среди 1, 2, 3 она меня красной называет, вас чёрным. А вы просите проверку на меня, а не на неё. Привет. Ну как можно так? Ну я, по-моему, объяснила. И поэтому на прошлый круг я сказала, что среди 2-10 она покраснее только потому, что вы попросили проверку на меня. 10 секунд. Надо было меня идти проверять, а не кого-то вообще другого. Да вообще наплюйте на все это. Опять 7-то правы были. Вот так вот, девочки. Мне кажется, что вам нужно купить по десертику. Чтобы они не расстраивались. И у вас время. Серьезно, я победилась. Мя. Спасибо. Сколько грамм победа?